Проводится комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Самарской области. Это плановая ежегодная проверка. Для службы спасения тренировочное включение сирены – стратегически важное мероприятие. На случай чрезвычайной ситуации или военной угрозы – это самый эффективный способ оповестить граждан. Ровно в 10 утра сирена сработала во всех городах и районах Самарской области. Одновременно сработали более 500 динамиков. Это тренировочное включение, но на случай реальной угрозы МЧС предупреждает, что бежать и поднимать панику не надо. Достаточно включить любое средство связи – телевизор, радиоприемник или смартфон, где на любом информационном канале будет дана подробная инструкция, что произошло и что делать дальше. Звучание сирены было слышно по всей Самаре и по области. Сигнал внимания всем. Правильный ответ со стороны граждан – просто настроиться на информационную волну. По итогам проверки региональная автоматизированная система централизованного оповещения показала свою работоспособность. Что касается конкретных результатов данной проверки, то в течение месяца они будут обобщены с всех муниципальных образований и представлены губернатору Самарской области на утверждение. Проверочный сигнал звучал около 3 минут, после чего начался завершающий этап тренировки. Олег Зверев, Николай Сидоров, события.